допустим, подводное царство. Подводное царство, помните, да, мы в Грибовке рисовали эту работу пару лет назад. И вот посмотрите, рыбы не всегда видны, но они как часть моря, да? Как часть моря, и посмотрите, как они, мы так разговаривали со студентами, что это утонувший корабль, и вот эти все предметы, это, возможно, души тех моряков, которые, да, не покидали свой корабль, и вот какие-то доски, там поломанный корабль, а рыбы сделали так, что это пространство стало их домом подводным. И вот мы смотрели, у нас была задача у всех студентов, которые шли за мной, чтобы каждая рыба хоть чуть-чуть напоминала кого-то из людей, которых они встречали. Допустим, посмотрите, смеется, усмехается рыба такая, что-то знает, да, саркастическая рыба. Это какая-то перепуганно-грустная рыба. Это неужели, то есть восхищенно-удивленная рыба. Ну, это, конечно, самый настоящий человек, которому лучше на пути не попадаться, да, иначе он вас пережует и выплюнет. И здесь очень много еще фантомов рыб есть, которые, если присмотреться, работа не закончена, ее можно еще заканчивать. Она сама как подмалевок.